Всем здорова, с вами Вова, компания Electronic Россия. И все чаще и чаще задают вопросы, что у вас есть в районе 10, 12, 15 тысяч рублей из акустических систем. И сегодня вам презентую Electronic 2031 Firebox 300. Она у нас, кстати, продана по цене киберпонедельнику. Киберпонедельник у нас продлится акция до 5 февраля 2023 года. Купил у нас Артур Олегович в город Ростов-на-Дону. Артур, привет. Как получите, обязательно отпишитесь. Вот такая красочная упаковка. На упаковке у нас сразу нарисован беспроводной микрофон для караоке и пульт дистанционного управления. По характеристикам. Два динамика по 6,5 дюймов, мощность 30 Вт РМС, 300 ПМПО, зарядка 9 Вольт, батарея 7,4 Вольта, 3600 мАч. Комплект перечислен: пульт управления беспроводным микрофоном, инструкция на русском языке, по функциям Bluetooth, FM-радио, флешки, пульт, круговая подсветка, встроенная батарея и дисплей. Вес акустической системы вместе со всеми комплектующими 6,5 кг. Теперь предлагаю ее открыть, посмотреть комплектацию и также ее заценим звучание. Итак, друзья, я ее распаковал. В комплект поставь входит радиомикрофон для караоке с дисплеем. Рабочая частота 2,4 Гц. А кроме микрофона еще идет зарядное устройство на 9 вольт 1,5 ампера, пульт дистанционного управления и инструкция на русском языке. Давайте проверим радиомикрофон. Раз, 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 два, три, микрофон прекрасно работает. Высота 59 сантиметров. Ширина 25 сантиметров. Глубина 24 сантиметра. Ну и давайте ознакомимся с панелью управления и внешним видом акустической системы. Спереди у нас 3D-панель подсветки, вот динамики. Сверху панель управления, выключение колонки, зарядка, USB AUX microSD и вход под микрофон. Слева управление микрофоном громкостью, справа общей громкостью акустической системы. Слева клавиша ТВС, такие две акустические системы можно между собой соединить без провода. Тут же клавиши, эхо плюс-минус, переключение треков, play, пауза, анаскан, FM-радио, эквалайзер. Есть клавиша мод, переключение режимов, вот Bluetooth, FM-приемник, и также будет AUX и флешка. Сзади ручка для транспортировки, и есть фазоинвертор. Ну а теперь давайте послушаем, как она звучит. Отключаю петличный микрофон. Друзья, вот и отзвучал у нас 30-ваттная акустическая система Electronic 2031 Firebox 300. С попсовыми композициями она достаточно хорошо справляется. Напоминаю, что в комплекте есть уже радиомикрофон для караоке. И стоит она сейчас в данный момент до 10 тысяч рублей. После киберпонедельника в районе 11-12 тысяч рублей. Все, конечно, зависит от курса валют. Цены узнавайте по номеру телефона, который на щите, или Viber, WhatsApp, который всплывает на экране. Конкретно эту мы запакуем и отправляем Роману в Ростов-на-Дону. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Владимир. Пока-пока.